Итак, карту мы подготовили, привязали, осталось проверить и при необходимости подкорректировать. Напоминаю, что привязывали мы по координатной сетке, то есть координатная сетка должна совпасть. Для этого нажимаем правой кнопкой на карте «Настройка километровой сеток». Широта, долгота не включаем. Берем километровую, включаем сетку. Здесь можно разукрасить ее как хотите. И берем километр. И закрываем. Вот, в принципе. О, что в принципе? Разлет. Здесь есть разлет. Здесь разлета меньше. По широте. Здесь почти его нету. Так, что будем делать? Вот в этом углу самый большой разлет. В этом углу поменьше. Здесь еще меньше. Здесь поменьше. То есть самый большой разлет у нас в этом углу. Посмотрим, насколько. Смотрите в верхнюю строку. Наводите на одно перекрестие. И наводите на другое. И смотрите разницу в секундах. У нас 28, 27 секунд. А здесь 15. Угу. 10 секунд разница. В минус. Давайте брать, корректировать. Откорректировать. Точках секунды будем убирать 10 секунд, то есть здесь у нас будет уже 58, а здесь 1. Сорок шесть. А здесь у нас поменьше. 48. 48. Точка 3. Здесь у нас еще меньше разница. Четвертое. Тоже. Берем 6, 5. Пятой точке. Берем 10. То есть 51 и 3. Сохраняем. Так. Ближе к истине.
это неровности карты. Смотрите, в середине, как четко у нас легли вниз, тоже четко лежат. А здесь уже ушли. Но карта не может менять своих, то есть сжиматься и разжиматься. Она как есть, ее только можно приблизить, отдалить, но размер, то есть как бы сжать сверху побольше, снизу разжать, то есть сжать поменьше и разжать побольше, этого не получится. Он как и есть лоскут, так и есть лоскут. Но если лоскут кривой, здесь уже ничего не поделаешь. В принципе, наверное, мы добились все, что было возможно пока. Ну, как я и говорил, расставив точки уже на местности, взяв с собой навигатор с этой картой, расставив точки на местности, можно добиться большего совершенствования. Но по всей по ней нужно будет тогда пролазить и расставить точки, с которых можно считать уже координаты, записать на листочке, что эта точка обозначает, уже искать на карте здесь на компьютере и эту точку править координаты. Вот. Здесь вы можете 9 точек расставить. В принципе, мы поставили 5. Можно было бы чуть побольше, но смысла, наверное, это не имеет. Потому что карта явно неровная. Так, дальше будем проверять. В принципе, что мы? Давайте по Бахмуту посмотрим. У нас оно открыто. Бахмуту. Вот оно, Бахмуту, центр. Пересечение дорог. Сверим. Здесь, где у нас пересечение дорог? Вот, наверное, большой перекресток. Смотрим вверху опять. 56, 21, 52. Ну, главное у нас 56, 21 и 34, 02. 621 3402. 5621 3402. Все нормально. По Бахмуту все нормально. Что мы еще посмотрим по этой дороге? Здесь паромная переправа, что ли? Ну-ка. Мост. Давайте по этому мосту. Вот здесь все совпадает. Короче, заблудился я тут немножко, но в принципе, как проверить, вы, наверное, поняли. Все? Теперь что у нас осталось? Осталась карта и файл привязки. Теперь нам нужно сделать так, чтобы этот файл можно было добавить в навигатор, и навигатор его увидел. Для этого нужно файл map конвертировать в OZF-4. Как это делается, покажу в следующем видео.